поскольку вот предыдущий автор, он распелся к несчастью. Я хочу представить вам потрясающий совершенно труд. «Живая история афганской войны». В записях песен Виктора Верстакова, Валерия Южного, Валерия Петряева, Юрия Кирсанова. То есть такие имена, которым нужно аплодировать сразу, по-моему. Сергей Демешов, Игорь Морозов, Юрий Слатов, Виктор Куценко, Дулепов Вадим, Александр Минаев, Михаил Михайлов, Андрей Кремнюк. Вот я говорю свое мнение, да, лучшее, что было написано про Афган, находится в этом потрясающем сборнике. Юра, у вас он, да, находится, я так понимаю? Вот наш замечательный Юрий, у него это, ограниченное количество этих сборников имеется в наличии. Да, только ему можно обращаться. Да. Ну а сейчас основная часть нашего праздника. Ой, Виктор Верстаков. Так, ну все, наверное, поняли, да, что вот этот, здесь 10 дисков, и у Юрия Алексеевича они, в общем-то, есть. Так что, кто хочет их приобрести, что там интересное? Там есть замечательные чистые записи Юрия Кирсанова. Это один из таких первых и лучших, который передал дух афганской войны. Это самые чистые записи, которые я слышал. Вот. Там есть кое-что плохое, там плохо записали Куценко, неплохо записали Морозова. Очень странные песни мои, которые я вообще не знаю, откуда взяли, потому что пою блатным голосом таким, это самое. Но тоже это интересно послушать. Так что я вам советую вот эту штуку, если у Юрия Алексеевича есть, он говорит, что он может где-то там официальный дистрибьютор. Это все вышло в городе Чита. По-моему, тиражом 1000 всего-то, так что мало всего. Что я сегодня хочу сделать? Юрий Алексеевич, который нас снимает, кстати, к нему тоже обратитесь, если кому-то захочется посмотреть, что это было вообще, да, вот он это снимает. Он где-то выкладывает это, адрес, я точно не знаю, ты скажешь кому-то, да? У меня мой сайт есть такой, просто набрать Виктор Верстаков, и там идут какие-то песни, идут стихи. Но я сегодня буду петь песни, которые не входят в этот сайт, которые я очень редко пою или вообще никогда не пою. Вот. Но начну с одной известной, только я вам хочу вот сказать еще. Здесь случайных людей нет, конечно. И мы даже все все-таки друг друга не знаем. Если вот сейчас пытаться представлять всех, это будет бессмысленно и глупо, да? А попытаться представлять кого-то отдельно, это как будто выделяешь там, а чего выделять-то? Но все-таки мне хочется о трех человек немного сказать. Это мой старый друг Николай Федорович Иванов, он сопредседатель Союза писателей России. Этот человек, хотя и военный журналист, а я журналистов очень люблю, но он реальный десантный военный журналист, и воевал в Афганистане, и реально воевал в Чечне, и даже реально там полгода, по-моему, просидел у них в плену там. Слава Богу, на него это не повлияло. Он хорошо выглядит. Вот, то есть он руководитель нашего Союза писателей России. Вячеслав Николаевич Тетёкин, который, надеюсь, несколько слов сейчас скажет. Всю жизнь твою не буду рассказывать, но сейчас он депутат Государственной Думы, слава Богу, коммунист, а не демократ. Ну, я надеюсь, ты сегодня еще несколько слов скажешь. Да? И Юрий Алексеевич, который нас снимает, чтобы не думали, что если человек сидит за камерой с гитарой, то это совсем дурак. Это боевой офицер краснознаменного Северного флота, не политработник, а командир там, БЧ какая у тебя была, но я помню, что... Да, помню, что артиллерия и ракетная. Вот. Ну и все. А так как я хотел только спеть неизвестным, да, сейчас засекаем время, я уложусь за 45 минут. Не надо торопиться. Ну, мы потом, чтобы еще успели посидеть и выпить, да? Сейчас, по-моему, ровно 9, да? Да. Правильно. В 9.45 я закончу. Николай Федорович Иванов попросил, чтобы все-таки
там начал с известной песни, которую он хотел, так и был. Девятая рота. Еще на границе, дальше границы стоят в ожидании наши полки, а там на подходе к афганской столице девятая рота примкнула штыки. Девятая рота сдала партбилеты, из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянет с собой до рассвета, то не было роты, приснилась она. Если затянет с собой до рассвета, то не было роты, приснилась она. Войну тогда называли работа, а все же она оставалась войной. Идет по кому девятая рота, и нет никого у нее за спиной. Пускай коротка бронеколонна, последней ходившая в мирном строю, девятая рота сбивает заслоны в известном декабрьском первом бою. Прости же, девятая рота, отставший, такая уж служба, такой был приказ, но завтра зачислят на должности павших в девятую роту кого-то из нас. Войну мы опять называем работа, а все же она остается войной. Идет по России девятая рота, и нет никого у нее за спиной. Идет по России девятая рота, жаль, нет никого у нее за спиной. Так, ну, а песни мои будут такие, вряд ли вы, кстати, если кому-то, кто-то знает случайно мое творчество и захочет какую-то песню услышать, говорите, я спою. Песня называется «Братья по войне». Над бессонною кроватью желтый снимок на стене, где вы, братья, где вы, братья, мои братья по войне. Заключенные в объятия, предававшими в огне. С кем вы, братья, с кем вы, братья, мои братья по войне? Не на вас лежит проклятие за безумие в стране. Вы куда идете, братья, мои братья по войне? Вас не вправе осуждать я, но все чаще снятся мне не вернувшиеся братья, наши братья по войне. Да одеждою и статью мы такие же вполне. Отчего ж так стыдно, братья, перед снимком на спине? Ну, естественно, я пою свои песни. Хорошо, что Михаил спел несколько таких общих. Нет. Это написал хорошую музыку Миша Муромов. Свою. Нет, своя у меня плохая. Я когда лучше меня напишут, я не пою, извини. Я пою свою, но я тоже обещал. Называется песня «Мы вернемся». Да, но здесь Великой Отечественной будет, Афганистан и Чечня. Мы смерти тоже не боялись, но как не выполнить приказ? И мы ушли, а вы остались умирать за нас. Просить прощения не вправе, мы видим пьяни во сне, как мы уходим, вас оставив на поругание в Чечне. Прощения нет, но мы клянемся, когда помнятся верхи, мы к вам вернемся.
вернемся, мы вернемся, чтобы нашей кровью смыть грехи. И в грозный день последней битвы мы с вами станете в строю, своим явлением и молитвой, прощая родину свою. И в грозный день последней битвы вы с нами встанете в строю, своим явлением и молитвой, прощая родину свою. Песня называется «Война и любовь». У меня так одна книжка называлась. Война и любовь не бывают случайны, а все остальное случайно. Порой смотрю на тебя, как на дивную тайну. Ты в мире одна, нету Бога второй. Ты в мире одна, нету Бога второй. И эту улыбку, и волосы эти, и эти глаза золотого огня я видел во снах, нет подобных на свете. Останься со мной, посмотри на меня. Останься со мной, посмотри на меня. Я слов не прошу, я уже понимаю, меня не спасут никакие слова. Судьбу не случайную я принимаю. Ты любишь другого, ты тоже права. Не встретимся раньше, не встретимся позже, так взгляды чужие хоть и миг не лови. Две наших любви друг на друга похожи, случайно похожи, две разных любви. Случайно похожи, две разных любви. Война и любовь не бывают случайны, а все остальное случайно порой. Наконец повеселее эта песня будет. Называется «Дорога в Кабул». Я человек везучий, но покидая дом, беру на всякий случай нож и пистолет и лом. Из барахлишком этим в неласковый момент я прибыл на рассвете в штаб округа в Ташкент. Сказали, коль везучий, марш на аэродром. Беру на всякий случай нож, пистолет и лом. Монета ли талону, без взятки пропора, пришлось лишиться лому, зато взлетел с утра. Летели до Тормеза, там звери погранцы. Нельзя везти железо, так это ж нож, отцы. Но выгрузили сразу и заперли в барак, а отдал нож за разом, взлетели только так. В Кабуле чин по чину я с борта на земь скок, как вдруг три дурачины стволами тычут в бок. А ну-ка сдай оружие, фасонить будешь тут, тебе оно не нужно, тебя и так убьют. Я понял, что с Лубянки я отдал им ПМ. Юхвани и юхванки, за мир, фрайшафт, салам! Ну, я еще раз напоминаю, что эти песни такие, может быть, они и не отработаны, но я хочу, чтобы вы послушали то, что вы в другом месте не услышали. Называется «Война не понимает нас». Thank you.
Потом свет в горах погас, в ущелье сыро и темно, вода во флягах, как вино, война не понимает нас. Пусть оставались мы не раз в ущелье с ней наедине, но ни на склонах, ни на дне война не понимала нас. На гребне высланы посты, их поменяют через час. Война глядит из темноты, она не понимает нас. А мы опять не жжем костры, а мы уже не тужим глаз. Война не понимает нас, иначе б вышла из игры. Вечерний свет в горах погас, в ущельях сыро и темно, вода во флягах, как вино, война не понимает. Снимать очки быстрее будет. А, мы сейчас сидим в Замоскворечье, да? Вот как ни странно, у меня здесь прошла моя военная юность. Я был курсантом военной академии имени Дзержинского, это ракетные войска. Я тоже. Я 91 году. Ну, ты молодой. Ты молодой. И мы здесь жили на Софийской набережной, у нас была казарма, бывшее Коколевское подворье. А зарядку мы делали, вот где сейчас Болотная площадь, раньше назывался парк Репина. Представляете, там выбегает там 200 парней, там форму номер 2, по-моему, с голым торсом называется. А тогда еще было там английское посольство. Вот такая песня, ну и там же мы свидания с девушками назначали. Вот песня называется «Замоскворечье». В тылу посольства Великобритании, где длинный сквер, скамейки и фонтаны, на первые курсантские свидания я приходил прекрасно юный пьян. Близ памятника живописцу Репину скамеечка стояла в темноте. Волнительней не помню и нелепее свиданий в жизни, чем свидания те. Московская, холодная, холёная девчонка издевалась надо мной, чтоб через час прикинуться влюблённою перед казарменною проходной. Ей нравилось, наверное, многолюдие, хмельные голоса со всех сторон. Эй, девочка, с какой ты киностудии, братан, отдай ее в наш батальон. Не знаю я, с какой ты киностудии, отдам тебя в соседний батальон. Тогда со страстью, будто в самом делешной, она приподнималась на носки, закидывая на мою шинелишку две белых горностаевых руки. И прижималась бедрами упругими, и целовала в губы, не стыдясь, чтобы юнцы военные с подругами завидовали, видя нашу связь. Я иногда хожу в Замоскворечье, сажусь на ту скамью, когда пуста, и вспоминаю, будто вспомнить нечего, ее перед казармою пуста. И вспоминаю, что ж мне вспомнить нечего, ее перед казармою пуста. Песня о друге. Заслоны, засады, барханы, сугробы,
ветра. Наверное, забыть это надо, но помнится словно вчера. Страна, что за речкой на юге, как и мы ее звали подчас, останется песней о друге на вечно ушедшем от нас. В той песне и боли просторы тревожных афганских дорог, и гордость, и горе, и горы, где друг отозваться не смог. А мы вот пришли из-за речки, мы обняли жен и детей, и песню поем на крылечке среди невоенных гостей. Ни взглядом, ни словом, ни нотой ничего не смутим бытие. Война была нашей работой, и мы выполняли ее. Но если концовку припева подтянет невидимый друг, мы глянем ни вправо, ни влево, а в сторону речки на юг. Страна, что за речкой на юге, как мы ее звали подчас, останется песней о друге на вечно ушедшем от нас. Песня называется «Новогодняя ночь». Насели духи с трех сторон, с четвертой пропасть преисподнюю, мотострелковый батальон встречает ночку новогоднюю. Я подарю тебе рожок, ты подари мне обещание, последней пулею, дружок, меня отдаришь на прощание. Лежу, смотрю на облака, спеленутый бинтами жаркими, ребята нашего полка сочтутся с духами подарками. Я не боюсь, что кровь течет, боюсь, что в ночку новогоднюю друг потеряет пулям счет. Не доползти мне в преисподнюю, такой он увлечен, стирает пот с физиономии, ему как будто нипочем советский принцип экономии. Я тянусь к нему, тянусь, как из пеленок в детстве к матери, на пули встречные молюсь, свою бы даром не потратили. Сели духи с трех сторон, с четвертой пропасть преисподнюю, мотострелковый батальон встречает ночку новогоднюю. Нас опять предадут и подставят под русские пули, вас опять предадут и заставят стрелять по своим. Мы встречались, как братья, в Гаване, в Ханое, в Кабуле, а недавно в Москве расстреляли друг друга сквозь дым. Виноваты ли вы, виноваты ли мы, я не знаю. Выполняли приказы, себя не жалели в бою. Мы по жизни идем, как идут по переднему краю. Мы стоим за Россию, и значит стоим на краю. Рвем погоны
с плеча, поднимаем к виску пистолеты. Но куда нам уйти от армейской несчастной судьбы? Остаемся в строю, чтобы Русь отыскала ответы, примеряя знамена на ваши и наши гробы. Нас опять предадут и подставят под русские пули, вас опять предадут и заставят стрелять по своим. Мы встречались, как братья, в Гаване, в Ханое, в Кабуле, а недавно в Москве расстреляли друг друга сквозь дым. Любимая песня, кстати, Игоря Морозова, которого здесь нету, но мысленно он с нами, да? Потому что даже вечер, по-моему, называется «Батальонная разведка». Но я, по-моему, только ему и пел, нигде даже не записывал. На войне засыпал мы, как убитый. Правда, мало я спал на войне. Почему же глаза не закрыты? До утра без войны в тишине. Нет, тяжелые сны мне не снятся, как им снится, когда я не сплю. Да и мысли привык не бояться, я их знаю и перетерплю. Не политик я и не философ, непосильных не ставлю задач. На десятки проклятых вопросов все равно не отвечу, хоть плачь. Почему же не сплю и маячу у раскрытого настежь окна? Почему же я все-таки плачу без причины, без мысли, без сна? Потому ли, что жив, потому ли, что на самом закате войны я на аэродроме в Кабуле видел в модуле мирные сны? На войне засыпал, как убитый. Правда, мало я спал на войне. Почему же глаза не закрыты? До утра без войны в тишине. Дальше будет повеселее. Называется «Ну что ж, пора, товарищ капитан». Ну что ж, пора, товарищ капитан. Мы родину и смерть не выбираем. Мы под звездой прошли Афганистан. Мы на крестах России умираем. Ну что ж, пора, товарищ капитан. Мы сыновья загадочной страны. Мы как чужие в собственной отчизне. И пусть мы ей сегодня не нужны, но без нее и нам не надо жизни. Мы сыновья загадочной страны. Нет красных звезд на полосах знамен, но наша кровь не изменила цвета. Еще он будет в мире воскрешен,
хотя пока мы гибнем не за это. Нет красных звезд на полосах знамен. Ну что ж, товарищ капитан, пора. Ведь мы ни жизнь, ни смерть не выбираем. Мы за державу гибнем по-дура. Мы за эпоху молча умираем. Ну что ж, товарищ капитан, пора. Страшно тяжелая песня, но я обещал Юрию Алексеевичу, что я спою про флот. У меня много песен про флот, но вот это моя самая любимая, но она практически не поется. Но раз обещал, то надо попытаться. Песня о флоте. А что такое флот? Воспоминание детства, когда с подругой вы на лодке в первый раз. Воды небес и глаз, опасное соседство. Ведь что такое флот, когда не любят нас? А что такое флот, бессонная работа, арктические льды и черноморский зной, соленая вода, соль молодого пота. Ведь что такое флот, когда он не родной? А что такое флот? Однажды у причала увидеть, как во сне, знакомые борта. И службу, и любовь, и жизнь начать сначала. Ведь что такое флот, когда он не мечта? А что такое флот, бессмертие и слава? Славянские ладьи и наши крейсера. Ведь что такое флот, последний щит державы, последняя любовь, прощальное ура? Ведь что такое флот, последний щит державы, последняя любовь, прощальное ура? Ну, здесь я думаю почему-то, что соберется у нас больше ветеранов, а тут и молодежь, для нас молодые. Такая ветеранская песня называется «Перед закатом души крылаты». Про женщин, конечно. Перед закатом души крылаты смотрят на юную жизнь свысока. Пусть наша молодость далековата, самые лучшие там облака. Вы бы отдали за эти дали все, что имеете, если б хоть раз наших подружек вдруг увидали, тех, кто любили в юности нас. Наших подружек бы вдруг увидали, тех, кто любили в юности нас. Губки как розы, глазки как розы, голос как ветер там за рекой. Все остальное может быть проза, только уж нынче не пишут такой. Все остальное может быть проза, только уж нынче не пишут такой. Вы
бы забыли, сказки были, вы бы оторвали взгляд от зари. Вы бы сегодняшних всех разлюбили, и послезавтрашних, черт побери. Перед закатом души крылатые смотрят на юную жизнь свысока. Пусть наша молодость далековато, самые лучшие там облака. Пусть наша молодость далековато, самые лучшие там облака. Тяжелая песня, но одна из моих любимых. Попробую сейчас. Называется «Последний батальон». Последний батальон уходит из Кабула на взлетной полосе. Дымит последний ил дымами дизелей. Дорогу затянуло, прощай, Афганистан, который я любил. Война была войной, не лучше и не хуже, чем тысяча других в иные времена. В пустынях жгла жарой, в горах губила стужей, и дед с лишним лет стреляла в нас, а нам с лихвой оплачен долг интернациональный. Не посрамили мы советскую страну, и все же иногда оглянемся печально на брошенный Кабул, предчувствуя вину. Оставили друзей наедине с врагами, оставили врагов с судьбой наедине. Одни убьют других, потом погибнут сами на недобитой нами горестной войне. Последняя колонна от аэродрома идет на Чирикар и дальше на Джабаль. Перемахнем Саланг и завтра будем дома. Прощай, Афганистан, которого мне жаль. Перемахнем Саланг и завтра будем дома. Прощай, Афганистан, которого мне жаль. Что у нас там по времени? Еще 15 минут. Нормально? Ну вот, это Калинкин спел длинную песню, и я спою длинную песню. Так он серьезно, а я шуточно. Она называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана». Она была написана в два приема. Первый прием при жизни Леонида Ильича Брежнева, которого в этой песне упоминается. А второй я уже дописал после смерти дорогого Леонида Ильича. Безусловно, дали маху мы десяток лет назад, называя Захершах и высочество, и брат. Мы ему завод плотину, мы даем ему угля. Да, любили мы скотину Захершаха короля. До зубов вооружили, утопи его хором, а вообще неплохо жили с этим самым Захером. И целуясь, господа, не тот, кто нынче выше всех, заложил кирпич фундамент под капустный политех. Но история как средство по весоне кирпича, где Захир, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут, мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом, как с товарищем зажили с этим самым Даудом. Только снова дали маху все революционеры,
оказался братом шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же, как на грех, целовал у драба лично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, а не здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя мы рановато взяли принца на штыки, но целуем, словно брата Нура-Мура да Раки. Правда, дружит с Пакистаном, книги пишет, грамотей. Из казны, как из кармана, много капнул на детей. И партийные разлады непутево примерял. Расстрелял, кого не надо, кого надо, не стрелял. Мы и день с ним дружили, но готовили полки. А вообще неплохо жили с Нуром-Муром, дорогие. Дали орден, дали займы и командовал сквозь смех. Вира Нурмал или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССР был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушкой слово лучшего дружка и зарыл тарачью тушку среди афганского песка. Мы, конечно, телеграмму, мол, Амин Хафизулла, мы не знаем вашей драмы и у вас свои дела, но согласно узам дружбы можем денег предложить и военного оружия, чтоб тебе спокойнее жить. В общем, жили мы неплохо и с Амином до конца, расстреляв его со вздохом посереть его дворца. Сразу радио врубили, мол, афганская земля, про тебя мы не забыли, на бобрака Карбаля. Правда, он буржуй прожженный, подчинист и пустобрев, но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех. Под надежной охраной посадили во дворце, где сидел он вечно пьяный с важной думой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров. Войск прислали, чтобы волю наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше в нашей собственной стране, весь, как говорится, вышел и в кремлевской лег в стене. Мы порадовались с виду, но задумались слегка. Может быть, без Леонида здесь не нужно бобрака. Долго думали, однако, во все стороны поля. За Боброва, за бобрака, за Калюху Кармаля. Да к тому же пересменка началась в родной земле. То Андропов, то Черненко, то Пятно сидит в Кремле. Для каждой той заразы здесь ломали кучи дров. Дожидаясь приказа, он пришел, прощай, Бобров. Без подушки и без пули тихо сделали дела. Глядь, уже сидит в Кабуле особист Наджибулла. Правда, в университете он учится на врача, и людей на белом свете часто резал сгоряча, возглавляя орган хата, это ихний комитет. Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном нормальный малый, мы с ним многое смогли бы, да в Кремле пятного стало, до свидания, Наджиб. Отоварили чекушки и афгашки, кто имел, в Хайратоне или в Пушке, оказавшись не у дел. В общем, вышли из Афгана, коль приказ дурацкий дан, мол, зачем другие страны, дома будет вам Афган. И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране, и строчим из пулеметов на гражданской на войне. Веселятся демократы, президент кричит «Ура!», а по-моему, ребята, шахануть их всех пора. Родных и близких? Да, но конкретно сам, кого щеканут, пожалуйста. Песня называется «Советник». Он сядет на поезд хороший, уедет служить в Ленинград. Он хочет не думать о прошлом, как года 4 назад. Не спит от колесного стука, хоть и на ночь попил не чайку. В окошко уставился Жуков, советник в афганском полку. Он помнит ту дату, когда в роковом декабре в полку
взбунтовались солдаты и ждали его на дворе. И вышел военный советник, небрежно ремень теребя, а там под ремнем пистолетик, девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы и пятились по одному. Советник страшнее приказа, они подчинились ему. Своим пистолетиком малым сарбазов погнал он вперед, туда, где за каждым дувалом мятежный строчил пулемет. И шли, пригибаясь от страха, судьбу проклинали, но шли. Советник страшнее Аллаха, когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел, в экспрессе Москва-Ленинград? Мир тот же из крови и песен, как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, а мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, советник советской страны. Все, осталось две песни, потом немножко Слава скажет. Нет, ребята, песня с интересным названием. Называется так: «К сожалению, это не песня». Полыхал БТР за спиной, и бензин разливался вокруг, и навеки прощался со мною настоящий небесенный друг. Настоящий живот опаленный непридуманным жарким огнем. Рядовые без лычек погоны покоробившись тлели на нем. А подробности вам не расскажу, ни комдив, ни ночком, ни комбат. Только место на карте укажу, где отмучился этот солдат. Да и мы с ним простились лишь взглядом, когда полз я живому огню. Если вы с нами не были рядом, как же это я вам объясню? К сожалению, это не песня. Это вы. Под Мегерадом мы рухнули вместе в придорожную жаркую. Ну и все, последняя песня, она действительно, уж точно я нигде не пел, кроме как у себя дома, когда ее написал. Вновь над Кабулом восходит звезда, хлопает в модуле дверца. Как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? Крик муэдзинов и мат часовых четки стучат, словно пули. Я на Руси еще числюсь в живых, сердце осталось в Кабуле. Бур-бурхай, шурави и шала, девушка мне говорила, два наших сердца наверх приняла в дар уляманы могила. Пусть над Кабулом с горы Асмаи в небо полят иноверцы,
Вы победили, родные мои. Я схоронил свое сердце. Вновь над Кабулом восходит звезда, хлопает у модули дверца. Как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? Разве я мог не вернуться туда, где похоронено сердце? Спасибо! Вячеслав Николаевич! Вячеслав Николаевич, вот еще здесь есть платформа «Серп и молот» и за 10 минут до начала войны. Одну можно, две нельзя. И кровь уже не горяча, и дух уже не молод. И вдруг платформа Ильича. Платформа нет. Давай сначала. И кровь уже не горяча, и дух уже не молод. И вдруг застав Ильича, платформа «Серп и молот». Случайным ветром занесло служебная забота. А может, времени крыло устало от полета. Стучу ладонью от кулак в неизъяснимом мраже. Куда лечу, не знамо как, не оглянувшись даже. Дощатый низкий павильон с обитой жестью печкой. Пускай не сохранился он, я укажу местечком. Пока звенели провода над павильоном этим, как мы гадали в те года, кого на даче встретим. Прощай, застава Ильича в последней электричке. Плечом касаемся плеча, краснея с непривычки. В ту зиму лютую никто не наезжал на дачу. Моя шинель, твое пальто, простыночки в придачу. Не засыпали ни на час, еще не веря вроде, что впереди весна у нас, что лето на подходе. А если это было так, однако оно и было, зачем ладонью о кулак стучим, что станет силой? И кровь уже не горяча, и дух уже не молод. И все ж застава Ильича, платформа «Серп и молот». Случайным ветром занесло служебная забота. А может, времени крыло устало от полетов.